Пандемия коронавируса помешала деятельности по разминированию территории в ряде стран. Из-за ограничений сократились возможности по оказанию помощи пострадавшим. Об этом говорится в ежегодном докладе организации Landmine Monitor. В исследовании также отмечается высокое число жертв среди мирного населения. Страны-участницы конвенции о запрете противопехотных мин договорились освободить планету от наследия войны к 2025 году. Мы уверены, что эту задачу можно выполнить в странах, где конфликт уже прекратился. Мы знаем, сколько участков осталось разминировать, и мы знаем, что для завершения работы в этих странах потребуется приблизительно миллиард долларов. Это в два раза больше существующего уровня финансирования. Но в таких странах, как Сирия, где конфликт продолжается, разумеется, мы должны корректировать свои действия, мы должны постоянно подвергать переоценке масштаб повреждения территорий. На днях власти Великобритании сообщили, что на 3 года раньше запланированного срока полностью разминировали территорию Фолклендских Мальвинских островов, вопрос о принадлежности которых послужил причиной войны между Королевством и Аргентиной в 1982 году. В результате этого вооруженного конфликта Аргентина потеряла 649 военнослужащих, Великобритания – 255.